Главной повесткой стало развитие экономики и промышленности Ульяновской области в условиях санкций и ухода из страны многих компаний. Подвели итоги социально-экономических показателей за 5 месяцев. Нам удается выполнять социальные обязательства перед жителями Ульяновской области, с помощью федеральной поддержки реализовывать масштабные проекты, оказывать поддержку крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу. Растет объем производства текстильных изделий, транспортных средств и строительных материалов, мебели. Увеличился объем отгрузки товаров на 11% по сравнению с прошлым годом. А индекс промышленного производства за 5 месяцев 2023 года составил 98,9%. Одним из актуальных вопросов стал ремонт автомобильных дорог. В этом году предусмотрено обновление 35 объектов общей протяженностью более 116 километров. Своевременное заключение госконтрактов и наступление благоприятных погодных условий позволили досрочно приступить к ремонтным работам на дорогах регионального значения с середины апреля. По состоянию на сегодняшний день на 14 участках общей протяженностью 36,5 километров работы полностью завершены. Объекты введены в эксплуатацию. На 21 объекте общей протяженностью более 80 километров работы ведутся согласно установленным срокам. Общий процент выполнения дорожных работ на сегодняшний день составляет 82%. Уже скоро в образовательных учреждениях начнется новый учебный год, к которому в Ульяновской области активно готовятся. Важным аспектом является набор новых кадров и меры поддержки учителей, работающих в муниципальных образованиях. Для региона потребность составляет 3%. Если в абсолютных числах, то это 595 учителей. Для нашего региона может показаться, что цифра небольшая, но локально для каждой школы и для каждого родителя, понятно, это проблема. Больше всего не хватает учителей русского и иностранного языков, математики и начальных классов в Ульяновском, Барышском, Чердаклинском районах и Димитровграде. Решается проблема с помощью программы «Земский учитель». Кандидатов на места по программе много, они едут со всей России. Также на аппаратном совещании обсудили перспективы развития ульяновской киноиндустрии. В этом году международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» будет проводиться уже в 14-й раз с 1 по 5 августа. На него было подано 300 конкурсных заявок. Программа ожидается масштабная и насыщенная. В планах провести День белорусского кино, в котором примет участие режиссер и продюсер Елена Турова, а также организация «Территории БРИКС». Делаем 4 числа в губернаторском такую площадку БРИКС. Будет 60 человек и, соответственно, наша ульяновская молодежь. Тусовка начнется необычно на крыльце дворца губернаторский. Далее она перейдет в большой зал, где будет представлена премьера фильма. Помимо премьер и кинопоказов, будет организовано отдельное мероприятие «От всей души» для участников СВО 31-й бригады и их семей. В нем примет участие заслуженный артист России Борис Галкин. Также на заседании штаба обсудили благоустройство дворов и общественных пространств, вопросы трудоустройства работников закрывающегося инзинского предприятия «Диатомит» и жалобу жителей на свалку в Димитровграде, с которой в администрации пообещали губернатору разобраться уже сегодня. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.